Всем привет, я Настя. Кстати, встань отсюда, правильно? Да. Тут место только для одной королевы. Всем привет, с вами Настя, и да, это мое новое видео, с которой я снимаю с гостем. Сегодня мы будем готовить с Ясей, да, это Яся, познакомьтесь. Да, я не Константин. Вот мой инстаграм. Я не буду его писать. Ну что, сегодня будем готовить с Ясей шаурму, не просто шаурму, а по ее рецепту. Скажи все ингредиенты. Самым главным будет лаваш, мясо, овощи разные, соус и сыр. Давай так, ты начнешь жарить мясо. Хорошо. И я начну пока мыть овощи, фруктики. Фруктики, конечно же, виноградик, там, киевичку. На тебе мясо. Такое нормально? Нормально? Да. Все, давай, губку уберешь. А сейчас... Сковородку? Соль, специи. Господи! На! Такой нормальный? Да. Я пойду пока помидор. Пойди, достань. Да пойду. Я ору с этого момента. Да мне нужно нюхнуть. Да я поняла, что тебе нужно нюхнуть. Потому что надо знать. Знаешь, на что похоже? На такой соус к креветкам дают. Короче, вот все. Мясо готово. Все ингредиенты готовы. Кухня включена. Кукурузка. Нужен соус. Что? Вот они. Шаурмишки наши. Шаурмишунечки. Сейчас будем делать с тобой превьюшку. Блин, не так высоко. Давай. Вот такое видео получилось, ребята. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, хотели вы бы такие еще видео такого формата кулинарии. Вот наша шаурма, прекрасно, 6 кусочков. Я себя очень уставшая, хотевшая есть. Скажи что-нибудь. Я хочу есть. Все. Да, вот такое видео, а мы пошли есть. Хала, хала, стяг, ты хочешь кушать? Набери давай. Какую ты будешь брать? Давайте им большую дадим. Мне? Подожди. А какая разница? Ой.